На протяжении недели корты Зеленого острова не успевали остыть. Ежедневно там боролись за победу участники областного теннисного турнира на кубок компании «Оша». Старты к своему 20-му юбилею значительно расширили географию. В Омск съехались 105 теннисистов из 8 регионов России. Кубок славится тем, что не имеет возрастных границ. Ведь именно так и задумывал его основатель и постоянный участник турнира Александр Веретено. Мне лично импонирует то, что в турнире принимают участие ребятишки, самые маленькие, начинающие наши спортсмены. И, конечно, наши ветераны – люди самых, зрелых возрастов. А мячи, как хозяева чемпионата, боролись за победу в каждой из категорий. Гостям пришлось потрудиться, чтобы пройти непростую соревновательную сетку. В итоге в тройку лидеров пробились лишь трое приезжих теннисистов. Бронзу в первенстве среди девочек выиграла София Белик из Владивостока. Во взрослом чемпионате такую же награду получили Артур Страшков из Ханты-Мансийска и Мария Осинцева из Сочи. Впервые в этом году была открыта любительская категория у женщин. И первой победительницей в истории стала амичка Арина Зимницкая. Мне тренер говорит, что ты сможешь бороться за третье место, а когда я сказала, что я выиграла первое, он, конечно, был в шоке небольшом. И трудностей да особо никаких, просто, наверное, выигрывать сильнейший в плане нервов, мне кажется. Главный приз турнира, переходящий кубок компании «Оша», разыгрывается в любительской категории пары 75 лет плюс. Именно в ней выступал основатель турнира Александр Веретено. Пятый год подряд трофей выиграли Владимир Худобин и Михаил Вакс. На счету Вакса победы еще в 4 категориях. Он является спортсменом международного класса, но не смог пропустить турнир, будучи в Омске. Я сейчас нахожусь в Америке, штат Техас, город Хьюстон, там тренируюсь, там играю соревнования. Сейчас вот после турнира поеду обратно туда. Просто так получилось, что я приехал в Россию, в свой родной город, решил поиграть. По итогам 7 дней жюри выбрали сильнейших теннисистов Кубка. Чаще других за призами выходили амичи. На их счету все первые места в первенстве и чемпионате. В том числе наши спортсмены оказались лучшими среди любителей и ветеранов спорта.